Магаданские предприниматели могут получить субсидию на дезинфекцию и проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Заявление на получение субсидии можно направить в электронной форме по ТКС через кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России или в виде почтового отправления. Помимо заявления, никаких дополнительных документов подавать не требуется. Численность наемных работников налоговики проконтролируют самостоятельно на основании сведений, поступивших из Пенсионного фонда России. Заявление будет рассмотрено в течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. В настоящее время подали заявление 229 от 189 налогоплательщиков. Из них 110 налогоплательщиков подпадают под условия получения субсидии. Начислено субсидии 2 миллиона 352 тысячи, выплачено 2 миллиона 253 тысячи. Субсидия предоставляется единоразово. Заявление принимается до 15 августа текущего года.